Друзья, сегодня тот самый день, когда пришло мое раскаяние. Моя карьера началась в тот момент, когда мы ушли с дома 2. Блять, как там тяжело было. У нас не было денег даже на хлеб. Костя не работал, он только мечтал, а я разрывалась туда-сюда и не знала, что мне делать. Меня заставила рекламировать ту самую тайгу, но, сука, ни хера у меня не получилось. И тут у него появилось предложение. А предложение — трахаться со старыми мужиками за деньги. Он же хотел одеваться в Армани, в шоурумах. Вот. Ну и все пошло на мази, как говорится. Мы зажили. Вот. Ну, а потом опять не стало денег, приелась я, собака. И однажды я спускаюсь утром в свое авто, а там нет магнитолы. Позже я поняла, что это был Костя, потому что в холодильнике появилась колбаска. Мы ее ели неделю. Сука, я до сих пор это помню, последний кусок он доел. Ладно, я обещала не плакать. Вот, экономили как могли. А потом он мне подарил вот эту штучку. Вот эту. После у одного из старого я узнала, что это радиоприемник. Но он с нанотехнологиями. С приложением специальным. Вот, и Костя все слушал. Я не понимаю, почему сейчас вокруг меня такая ситуация. Я искренне не понимаю. Это все сделал он. Ты не хочешь попросить у него прощения? Я хочу сказать, что я вас умоляю понять меня и простить.